Более 80 сотрудников госавтоинспекции Новгородского района, представителей родительского патруля и отрядов юных инспекторов обратились к пешеходам с просьбой неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и быть осторожными при переходе дороги. А водители призвали снижать скорость и проявлять предельную внимательность перед зебрами. Большинство родительские патрули и отряды ИИЦ стоят на пешеходных переходах. То есть это те опасные участки дороги, на которых дети могут совершить ошибку. Напомним, на минувшей неделе в области произошли два ДТП, в которых погибли два ребенка. Всего с начала года зафиксировано 12 аварий с участием детей.